Но дело все в том, что это сейчас нам с вами обсуждать сейчас это хорошо, потому что с нами такого не произошло. Вот. Не дай бог, коснись бы, конечно, кого-то из вот, нас. Ну, что делать, куда бежать? Когда умирает чей-то папа, чья-то мама, люди детей теряют. Куда? Естественно, это трагедия. Надо бежать и спасаться. Самая ближняя территория – это, естественно, Россия. Я думаю, что каждый человек вправе делать выбор. Многие уехали за границу. Но многие пришли к нам, потому что у нас очень сейчас стабильная ситуация. Россия только набирает обороты в плане рассвета. И я считаю, что и лишние рабочие руки. Вы говорите, демография. Для чего мы тогда боремся за демографию, если мы вот уже готовых уже созревших людей, специалистов многих, да, почему бы их не принять и здесь не устроить? Когда это мешали, лишних рабочих рук никогда не бывает.